Ну что ж, всем привет, с вами снова я, Артём. Продолжаем проходить Hitman Absolution в своем костюме. У нас 19-я миссия под названием «Крыша Blackwater Park». Сейчас сразу же стреляем в тот прожектор. Миссия довольно быстрая и легкая даже для прохождения в своем костюме. Максимальный рейтинг здесь от «Бесшумный убийца». Убивать мы, соответственно, будем Блейка Декстера. И, в общем-то, я вам сейчас покажу, как можно пробраться к улике, не беря ключ-карту. Довольно такой интересный способ. Нужно подождать, когда вот тот охранник подойдет к двери. И надо, опять же, подождать, когда он отойдет от нее. Тогда мы стреляем примерно куда-то туда. Повыше чуть-чуть двери. Вот примерно, когда вот он будет уходить уже из крана вашего, тогда, соответственно, туда стреляете. На это у нас отвлекается охранник. Прячемся здесь, вот от этого охранника. И к нему подлезаем. Вот он нам любезно открывает двери. Берем молоточек. И здесь у нас находится улика. Молоток нам понадобится на выходе отсюда. А здесь чуть-чуть подождите. И, в общем-то, можно сейчас уже даже открывать дверь. На самом деле, я хотел, чтобы вот тот вот левый охранник ушел. Но у меня так не получилось сделать. Но все равно он меня не заметил. Кидаем куда-нибудь туда молоток. На это у нас один из них отвлекается. И, в общем-то, так в наглую прямо отсюда выходим. Остается нам только Блэк Декстер вальнуть. И, по сути, на этом миссия завершена. Стреляем в стену, чтобы вот этих вот двоих отвлечь. И сейчас здесь, в общем-то, используя инстинкт, вот так-то он показывает вам радиус действия бомб. Точнее, диаметр действия бомб. He will destroy the building and sacrifice his own men in a heartbeat before giving up Victoria. The only thing keeping him from leaving is Layla. I have to take him down before he realizes she will not be coming back. Вот такое вот у нас описание нашей цели, соответственно. И сейчас пойдем его душить. Спрятать его тут не получится. Но убью я его все равно так, как и всегда, в общем-то, удавкой, соответственно. Сейчас мы тут перепрыгиваем. И здесь, в общем-то, лезем по стене этого здания. Сейчас тут нам тоже нужно будет выгадать. Тут коридорчик есть такой, вот мимо, между вот этими минами, где можно, в общем-то, в целом пролезть. Вот здесь вот, здесь мы забираемся. И сейчас идем... Соответственно, забираться на эту вертолетную площадку. По сути, дальше накидываем петлю на шею. И на этом в целом я с вами могу прощаться. С вами был я, Артём. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, оставляйте, комментируйте. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Твиттер, зовите друзей. Всем спасибо и до свидания. Всем пока.